Антонио, как так получилось, что ты забыл выполнить мою просьбу? Я ничего не забыл, Дон Чезаре. О чем вы говорите? Как можно забыть выполнить вашу просьбу? Вы просили меня пришить этого Чиканути. Стоп, стоп, стоп. Выбирай выражение, Антонио. Я просил тебя успокоить сеньора Чиканути. Только успокоить. И ничего больше. Скюзате, Дон Чезаре. Да-да-да. Вы просили его успокоить. Я подскочил к нему, когда он как раз выходил из ресторана, и сказал ему: слушай, Чиканути, успокойся, ну. И... три раза нажал на курок. Тогда почему же он не успокоился? Я не забыл о вашей просьбе, Дон Чезаре. Я забыл зарядить револьвер. Ты меня очень разочаровал, Антонио. Скюзате, Дон Чезаре, я исправлюсь, я обещаю. Да, Антонио, от забывчивости легко избавиться, мой мальчик. Я уверен. Грация, Дон Чезаре, грация. Хотя таких забывчивых работников у меня совсем немного. Очень немного. Их буквально можно пересчитать по пальцам. Правда? Да, Антонио. Их можно пересчитать по пальцам. Это палец Винченцо. Это Фабрицио. Это Джованни. Это палец Леонардо. О, Вабене. Есть пустая баночка. Ты не забыл взять с собой пальцы, дружок?